Здравствуйте, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на своем канале. Сегодня будем чистить вот такие вот риевские пуговицы. Вот эти вот были в хорошем сохране, поэтому просто почищены щеточкой. У этих сохранный рельеф тоже неплохой. Так лишь немножко грязи, но это все сейчас уберется. На копе довольно часто попадаются такие мундирные пуговицы. Правда, не всегда в хорошем сохране, без ушек. Но факт в том, что есть из них хорошие экземпляры. Поэтому почему бы их не преобразить, чтобы радовали глаз. Как обычно, начинаю все отмачивать в нейтрализаторе ржавчины, периодически доставая, протирая содой. Иногда приходится прибегать к металлической щетке, как в данном случае, потому что на пуговицах находилось много лишнего нароста. Щетка хоть и металлическая, но на данных изделиях, как и на медных монетах, царапин не оставляет. Далее следует обычная полировка пастогой. Как видите, пуговицы приобретают родной блестящий цвет, но одну мы запатинируем. Наносим обычную серую мазь, нагреваем, чтобы она выгорела и впиталась ровной патиной в пуговицу.
протираем, затем дополировываем на ровной поверхности. Так сказать, выводим рельеф. В итоге получается вот такая вот красивая золотистая пуговица с чернением металла в углублениях. Выглядит антуражненько, прям попахивает стариной. В итоге у нас вот таким простым способом получается пуговица на любой вкус. Одни просто почищены металлической щеткой от грязи, другая очищена до блеска. А четвертая уже запатинированная. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Пока!